Добрый день, дорогие земляки и уважаемые гости. В год празднования 70-летия Великой Победы и в рамках Года литературы мы приветствуем вас в нашем уютном зале, в нашем прекрасном городе. Сегодняшняя наша программа посвящена выездной акции «58 регион, 58 славных имен». Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется первому заместителю главы администрации Спасского района Алексею Викторовичу Агафонкину. Добрый день, дорогие друзья, ребята, все собравшиеся, уважаемые гости. Сегодня, как уже было сказано, в рамках областной акции «58 регион, 58 славных имен» мы встречаем наших уважаемых гостей с управления культуры, которые покажут нам замечательный концерт, расскажут. И, как уже сказал ведущий, у нас 15-й год, очень год насыщенный на события. Конечно же, величайшим событием для всей страны – это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Плюсом к тому у нас год литературы. И действительно, у нас с вами, дорогие наши земляки, есть чем гордиться. Много славных имен родила наша Спасская земля. И в составе нашей губернии мы прославляем и район, и губернию, и, конечно же, всю нашу страну. Ну, а человек творческий, человек литературный и работает лучше, и прославляет лучше, и живет лучше. Я поздравляю вас, конечно, с наступающим праздником, Днем Победы, и желаю нам всем творческих успехов. Пенза-концерта, лауреаты российских и международных конкурсов, Марта Серебрякова и ансамбль «Губерния», художественный руководитель Эдуард Петунин. Мы рады, что можем подарить частичку своего творчества для вас. И первая песня называется «Умывает красное солнышко». Теплые в росе,
тобой не гребли, а целовались. Не качай, брат, головой. Ой, в лесу говорят, в бару говорят, растет, говорят, сосенка. Понравилась а мне девице молоденький мальчонка. Проведение подобной акции особенно важно в год празднования 70-летия Великой Победы и в рамках года литературы. Дорогие друзья, вас приветствует глава администрации Дубровского сельсовета Евгений Николаевич Андропов. Добрый день, дорогие односельчане, гости нашего села. Сегодня на нашу Дубровскую землю приехали трудовые коллективы города Спасска и города Пензы. Все это знаменательно, так как год 2015 у нас год Победы, 70-летие Великой Отечественной войне и год литературы. Разрешите от администрации поздравить вас с этими знаменательными датами, пожелать вам всем здоровья, счастья, благополучия. Ну а артисты, я думаю, постараются, а мы, как всегда, будем их приветствовать нашими бурными аплодисментами. Всех с праздниками, с наступающими, всем здоровья! Нет, не забыть тот день победы. Жаркие с подругой проводила, какие подушанки красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, кальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, кальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву кровь парнишка уходил, он ночью темной звездой мне сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, кальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, кальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. И Катюша нам весом
За то, что они подарили такой прекрасный сегодня нам праздник, приехали и выступили, и подарили свои замечательные музыкальные номера, руки. И, конечно же, Марта подарила нам свой прекрасный голос. Она уже у нас сегодня не первый раз в районе, за что мы отдельные слова благодарны говорим. Слушайте и переслушайте, как у нас поет Марта. Огромное спасибо вам. Друзья, и, конечно же, управление культуры, которое организовали сегодня вот такой замечательный выезд, такую замечательную акцию, 58-й регион, 58 славных имен. И спасибо вам, дорогие жители, за то, что так тепло, дружно аплодировали. Я попрошу еще раз поаплодировать нашим замечательным гостям, сказать им огромное слово благодарности. Спасибо вам большое. Спасибо вам за такой теплый, радушный прием. Нам очень было приятно сегодня для вас петь, для вас выступать. И мы не говорим вам «до свидания», а скажем вам «до новых встреч», дорогие друзья. Спасибо.